Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет просто мега топовое видео, потому что в этой серии вы видите, как мне подарили 145 миллионов и как мы чуть не сломали сервак. Видео реально очень топовое, поэтому, пацаны, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Также посмотрите это видео от начала до конца, потому что в конце будет очень даже интересная и важная информация. Также хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сером один холиплей. Пацаны, видео получилось реально очень годное. Все вы это увидите буквально через минуту. Хотел бы сказать очень большое спасибо Америкосу, он же Максим. Да, Максим, пацаны, ушел с проекта, но он будет периодически заходить играть. Большое реально ему спасибо, и в качестве благодарности я оставлю ссылку на мой канал. Просто перейдите, подпишитесь, я вам буду очень сильно благодарен. Я думаю, за такой поступок стоит зайти просто и подписаться на его канал. Насчет того, будет ли он снимать игры или нет, я, честно говоря, не знаю, но я знаю, что он вроде бы как собирается снимать влоги. Поэтому, пацаны, ссылочка на его канал будет в описании. Просто давайте по-братски зайдем и подпишемся на его канал. И да, я еще забыл сказать, что, пацаны, что это все происходило именно на стриме с вебкой. Поэтому будет моя живая реакция, мои живые эмоции. И вы сможете увидеть, как я просто отреагировал на 145 миллионов. Также, пацаны, мы потом поехали в банк и раздали подписчикам около 50 миллионов. 30 миллионов осталось у Америкоса. Он их скидывал через банк подписчикам. Каждую по миллиону. Я в банке раздавал бабки, и потом писал в чат дальнобойщиков и скидывал каждому по 500 тысяч. Все увидите в этом видео. Все, желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Погнали! Мне 10 лямов скинули. Или 100 лямов. А только по 10. Еще. Он тебе, наверное, скидывает, да? Блядь. Ты еще 18 раз придет. Блин, Максим, ты что, с проекта уходишь? Смотрите просто, что он делает, блядь. Да я вижу. По 10, пожалуйста, раз. Блять. Только зашел в дисков. 38 лямов уже на счету. Он теперь еще. Блять, 15 скинул. Может, с игры выйти, может, не надо, чтобы он мне все бабки скинул. Ну. Зачем, блядь? Зачем он скидывает? Типа он уходит. Ну я понимаю, но, блять. Мне бы дали бы, хотя бы 10. Сейчас меня деактивируют, подумаешь, что я верти у него купил. Шестьдесят шесть лямов, ебать. Мне 66 лямов, блять. Не на руках. 76 уже. Ёбаный насос. У меня максимум на руках было 98. Блять, ну Максим, нахуя, нахуя? Я уже не могу говорить. Это пиздец. 85 лямов. 85 лямов. Капец. Сейчас напишешь, скидываю обратно. Пиздец. 95 лямов. Да что? Я, конечно, все понимаю, но я не хочу, чтобы он уходил. Теперь стоит. Ну, кидает курицу вещи. Я охуевший сижу, блядь. 105 лямов. А, на банк больше 95 лямов нельзя кидать. Лимит сработал. А, не, можно. Это я добою просто. 100 лямов уже, 105. 114. Ой, блядь. Сука, 124. Блять, пиздец.
124 миллиона, пацаны. 133. Ёбаный насос, у меня столько денег, как это в жизни на руках не было. Да, это понятно, что это пиксели, это понятно, но, блядь. Когда у тебя максимум было там 98 миллионов, и когда тебе скидывают 140 миллионов, ну, блядь, тут... Я не знаю даже, что сказать. Я понимаю, что это просто верты, это просто пиксели. Но... 145 миллионов он мне скинул. А, братан, ты знаешь, что, блядь, после ГО ты будешь иметь больше, чем два бизнеса, и там новые бизнесы будут? Да? Не говори такие. Нет. Пусть бабки мне даст, зачем ты бабки раздаешь, чтобы ты можешь бизнес купить? Что, я? Я уже бабки пораздавал всем. Я по ляму покидал, кто писал в чате. Да ладно, шикуем нахуй. Я 30... Похуюсь, сейчас серьёзно. А, сейчас лимит сработает, Дима, все равно, да. Почему Серый хулов? Потому что я бабки раздаю, его. Поэтому он и хулов, его. Я ебу, да. Ебать тут фуд, я ебу. Так, надо разыграть, короче, погнали отсюда, надо разыграть. Ебать тут людей, я ебу, нахуй, что ебанутый. Подожди, никуда не уходи, Галина. Короче, на 5 поехали. Минут. Блять, кто с кейсами ебать вообще? Мне, блять. Рука во мне. Дайте мне номер этот. Ты выкупаешь, у тебя скоро линия будет? Я знаю, мне похуй. Кому там еще дать? Бомжом, блядь. Да у него сколько? 140 чего-то лямов? Он 157 лямов, было 160. Ну, получается, смотри, у тебя макс было 181, и ты в топе был на... Все, лимит сработал. Ну, так ты заходишь? Я, да. Полный. Заходи, ебать. Я магнум за 20 лямов слил, если честно. Ходи, скину бабок. У меня имущество было на... Ну, там, ебать, они там пишут, 33-й. Ебануться. Мне это, слышишь, мне, короче, говорят, ебать, РБ-чат завален. 260. Чекай РБ-чат, чекай РБ-чат, там айдишники пишут и все, все хуйни. Кто там еще? Админы такие, что за хуйня, ебать? Ты зазакинул. У Кирича тоже где-то весь плодится. Братан, меня Генри Хилл только что ты пахнул. Сейчас бан навсегда. Да похуй. 72. Что он сказал? Да мне вкидет чет, я не могу прочитать. Что ты? Что ты за дебоширство наказывать? Что за дебоширство? Наказывать? Что ты уходишь? 439. Нет. 420. Киря там. 164. Киря, 420. Егор Вилла. Бля. Ебать, мы сервак сломали, нахуй. Блять. Ебать. 72-му я скинул. 350-43. 423. Меня Пикачу сперва тоже. Все, он начинает типа за флот, видишь? Егорка. 423. Я ничего 4, не 2, вижу, 3. Блядь. 423. Скажи, пусть. Ебать, тут людей возле меня, я ебу. Сука, я к тебе начинаю мутер. Так, 417. 423. Ебать, мы серию сломали, братан! Скажи Киму, пусть кого-то кипит. Я зайти не могу. 500 человек на серве. Киря. 488. 423. 423? Его рвило. 164. Полтора миллиона, пожалуйста.
Так, сколько у меня? Еще 2,5 ляма раздам. Да, мне Генри Хилл, ты пакнул, ты такой, он и такой, ты шо уходишь, блядь? Бан давать нахуй? Кто там еще пишет? 422. Егор, ты где это? Ебать, они там охуевают вообще. Егора нету. 49 зрителей. Ебать тут людей просто, я ебу. 50. Дайте мне на... Я не понимаю, тут фу, пиздец, я не вижу, кому дать деньги. Дайте мне на... 87. Пацаны, все кидайте в этот... в беседы, типа, раздача игрока. 75-й. Он... Макс. Макс. Продай номер. Да я его сейчас разыграю. Давай твой кум разыграем. Можешь. Типа как? Тут столько ли желающих, блядь? Какой там ID еще? Я не вижу. 368. 12 ID. Так, последние 500 тысяч сейчас кому-то улетят. Мне. Ты что, все 140 лямов прям? Нет. 164. Да капец, блядь, что самое интересное всё? Я не видел, кому я перевёл. Ну что ж, пацаны, вот вы посмотрели вырезку со стрима, я вам показал просто самое интересное. Потом, понятное дело, я еще и после стрима бабки раздавал. Короче, я много очень бабок раздал. Америкос раздал 30 миллионов. Потом мы, кстати, еще гелик разыграли на красивых номерах. И я еще раздал около, наверное, 30 миллионов тоже подписчикам. Там на стриме я раздавал деньги, вне стрима еще раздавал деньги. Короче, бабок раздали много, но себе, конечно же, я тоже оставил и купил себе очень классные покупочки, пацаны. И что я хотел вам сказать в конце видео. Если вы набираете 200 лайков, то выходит видео, где увидите, куда я потратил все бабки. Потому что, если вы можете посмотреть мой банк, у меня осталось 4 миллиона и лям 300, это я заработал на лямбочках. То есть, от 150 миллионов осталось 4 миллиона, как бы. И в следующем видео я вам покажу и расскажу, куда я потратил эти бабки. Поэтому, пацаны, набирайте 200 лайков и выходит серия. Также, пацаны, хотел бы напомнить, чтобы вы реально подписывались на канал Америкоса. Ссылочка на его канал будет в описании. И, пожалуйста, очень большая просьба, пацаны, прям очень большая просьба ко всем. Не нужно меня просить бабки, пацаны. Раздача бабок была, как бы, на стриме. Я раздал очень много денег. Мне, как бы, не жалко, но... Пацаны, нужно иметь, как бы, совесть. Вы тоже должны, как бы, сами зарабатывать. Как бы мне подарили бабки, но я все равно беру и работаю на лябочках. Зарабатываю деньги, качаю скилл. Поэтому, пацаны, очень большая просьба, пожалуйста. Не нужно у меня просто упрашивать деньги. Как бы, если я захочу, я сам вам дам бабки. Как бы, я не жадный человек, но именно в наглую так просить, выпрашивать деньги у меня не нужно. Ну что ж, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, набирайте 200 лайков. И выходит следующая серия, где я покажу, что я все-таки купил и куда я потратил все-таки такую большую сумму денег. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.